часу дня заканчиваются уроки в начальной школе, и первоклашки расходятся по домам. Их обязательно должны встретить родители. Сергей Васин забирает из школы внучку Арину. В его автомобиле созданы все условия для перевозки ребенка. Ну, вот заднее кресло, кресло должно пристегиваться, дитё пристегивается, а больше что там еще можно сделать? И так поступают практически все водители, кто дорожит здоровьем своих детей. В смысле, как правильно? Пристегнуть и везти. Все, мы пристегнули и везем. К середине января в Новошахтинске началась настоящая зима со снегом, метелью и морозами. И сразу же пошли сообщения о дорожно-транспортных происшествиях. Причину их знают даже дети. Потому что гололедица. Потому что скользко везде. Наверное, плохая видимость, как вчера снег был плотным. Вот, обзор загораживает. На дороге скользко. Потому что лед, скользко. Машины, водители не успеют притормаживать, и больше по этой части происходит авария. Волонтеры раздают детям листовки и светоотражающие наклейки и напоминают о правилах дорожного движения. Знаешь, на какой свет надо переходить? На зеленый. Молодец. Ну запомни, это ты клеишь на курточку или на рюкзак, чтобы ты дошла, тебя машина увидела и остановилась. Держи, не забудь ее приклеить. Помнишь, на какой свет надо переходить? На какой, скажи мне? Молодец. Надо помнить о правилах дорожного движения, надо помнить о своей безопасности. Вот также раздаем листовки, чтобы в лишний раз им напомнить об этом. Сотрудники ГИБДД призывают водителей быть бдительными на зимних дорогах. Сегодня у нас проходит акция «Безопасная зимняя дорога», в рамках которой мы хотим обратить всех участников дорожного движения к актуальности проблемы это зимних дорог. Начиная с наших юных участников дорожного движения, пешеходов, заканчивая водителями, которые подвозят своих детей и увозят их от образовательных организаций. Вот. Обратить на это внимание, чтобы скорость снижали, чтобы пристегивали обязательно детей и пассажиров, чтобы учитывали скользкость покрытия. Соблюдать дистанцию надо соблюдать скоростной режим, учитывать дорожное покрытие. Снежная зима – радость для детворы, и пусть она не будет омрачена дорожными происшествиями.